деле брать шашлык или нет. От 300 до 600 рублей стоит шашлык, порция. Вот, надоело мне с ней спорить. Пошел я за столик, пока пивка попью. Есть более красивый местечко. С другой стороны, там типа шатра, диванчики, но там все занято. Вот. Почему-то нам сказали, что все занято, хотя два стола было свободно. Ну, может, забронировано. Стульчики мокрые. Вот так вот. Мохито. Супруга себе взяла. Мохито делается с водочкой. Все остальное закончилось, к сожалению. Ну, на три. Без плюсов. Не-не, там даже, наверное, все-таки легкий минус. С минусом, три с минусом.